Давай-ка поспим, завтра рано вставать. Зачем? Как обычно, пахать и ковать. А если конкретней? Ну, с утра в Колизей по поводу стульев, а после в музей. В музей-то зачем? А, смотреть натюрморты. И что в них? Еда. Помню, я до сих пор ты еду потреблял не глазами, а ртом. Не для интерьера. Спи, ладно, потом. Вот черт, голова как поганое судно. О чем ты? О том, что действительно трудно не думать про белых всю ночь обезьян. Вроде бы бредит, а вроде не пьян.